Всем привет, с вами Хелпер, и я с уверенностью могу вам доложить. Вчера, то есть 29 декабря, был найден самый секретный транспорт в GTA Online. Но, к сожалению, многих он доступен только на консолях текущего поколения, на Xbox One и PlayStation 4, а также, скорее всего, появится на ПК-версии игры. Для того, чтобы найти эту мега-тачку, вам нужно иметь любой джип. В моем случае это будет фиолетовый Cavalcade. Теперь, когда вы достали джип, направляйтесь в Роксфорд Хиллз, но перед этим убедитесь, что сейчас день. Ведь данный секретный автомобиль спавнится только с 8 утра до 5 часов дня. В том месте, которое я сейчас показываю на карте, и появляется желаемая машина. Мне очень повезло, и я ее нашел с первого раза. Если же машина не спавнится, немного отъедьте и возвращайтесь на место поиска. Дабста может появиться в двух раскрасках, хромированный и золотой. Но мне почему-то попадались только хромированные. Как вы видите, на машину установлены разные модификации. И если вы сейчас небольшого уровня, то этот автомобиль будет идеален для вас. Спасибо за просмотр. Удачи в поисках. Ждите моего последнего видео в этом году завтра. Всем пока, с вами был Хелпер.